Боже, будь милостив над грешами, создавший нас, Господи, помилуй нас. Числа нас спешили, Господи, прости нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Утешителю души истины, и же везде сей все исполняй. Сокровище Владыка жизни подателю, приди и исцелись оны, и очисти меня от всяких скверны, спаси Блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно на веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, присно на веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, присно веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, преподем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых, от Твоего лица сопни да изъедет, да возвраточит Твою нам правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои, в делах человеческих по слову уст твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях твоих, да не колеблются стопы мои. Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои, яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя, от противящих десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих, укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились руки своим, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не заложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящим в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не зложи их. Избавь душу мою от нечестивым мечом Твоим, от людей рукой Твоей, Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты, наполняющий сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим. А я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. К Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не посырусь вовек, да не устожествуют надо мной враги мои, да не постыдятся все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедрот Твоей, Господи, милости Твоей, ибо не от века, грехов юности моих, преступлений моих не вспоминай, по милости Твоей. Вспомни о ради благости Твоей, Господи, благо и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде, научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его приводит во благи семью, наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились. Выведи меня из бед моих, призри на страдания мои и на изнеможения мои, прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какой лютой ненавистью они ненавидят меня.
Сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняет меня, ибо я на тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих и зла беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил, и лукаво пред очами Твоими сделал. Так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот Ты возлюбил истину в сердце, и внутри меня явил мне мудрость Твою. Окропи меня и сопом буду чист, омой меня и буду белее снега. Дай мне услышать радости и веселья, возрадуются кости Твои сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое, сотвори мне, Боже, и дух прав обнови внутри меня. Не отверги меня от лица Твоего, Духа Твоего святаго не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, Духа Владычественного, утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего. Язык восхвалит правду Твою, Господи. Отверзи уста мои, возвестят хвалу Твою. Ибо жертву Ты не желаешь, дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, Дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, Господи, по благоволению Твоему сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут Тебе жертвы, правда, возношения и все сожжения. Тогда возложат на алтарь Твой тельцов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державы мышцы своей, Господь, а про смертью и смерть, первенец мертвых бысть, и чрево адово избави нас, и подаде мира вивелию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, препрославленный си Христе Божий наш, светило на земле отцы наши основавый, и теми ко истине вере всяны наставивай. Много благ утробне, слава Тебе. И ныне и присно во веки веков, аминь. Богородица Ты, и сила за истинное, возрастивши нам плод живота, Тебе молимся, молись, Владычице, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дней поспешит на Бог спасение наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святые посети, исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, каже мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Ты есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Воскресло се днес из гроба щедрый, и нас возвел Иси от врат смертных. Днесь Адам ликует и радуется Ева, вкупе же и пророцы с патриархи воспевают непрестанно божественную державу, власти Твоей я. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божием. Долго терпеливее, много милости, много благоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милое, и же вся завыка спасения, обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наши отчасти и молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши осветители, соочисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, злой болезни, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением и соблюдаем и наставляем и достигнем соединения веры, и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнений серафим, без остения Бога слово родшую, сущий Богородицу Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.
Владыка Божий, Отче Держителю, Господи, Сын Единородный Иисусе Христе, Святой Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и межвеси судьбами, спаси меня недостойного, раба Твоего, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Галатам, послание святого апостола Павла, чтение. Братья, возвещаю вам, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию, опустошал ее, и преуспевал в ее действии более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью. И не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом спустя 3 года ходил в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня. Послание апостола Павла к евреям. Братья, повинуйтесь наставникам вашим и будьте... Братья, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам во святилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы осветить людей, кровью Свою пострадал не врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Послание апостола Павла к Коринфянам. Братья, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил, как бы быть приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, вы крепки, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как ссор для мира, как прах всеми попираемый до ныне. Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. Ибо хотя у вас 1000 наставников во Христе, но немного отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение из поучения святаго Иоанна Златоуста на книгу «Бытие» цитаты из синодального перевода Библии. «Окончив речь о первом дне и после сотворения света, сказал: «И был вечер, и было утро, день один». Он далее говорит: «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, да отделяет она воду от воды». Обрати здесь, возлюбленный, внимание на последовательность учения. Сказав нам наперед по сотворении неба и земли, что земля же была безвидна и пуста, присоединил и причину, почему она была безвидна. Именно потому, что была покрыта тьмою и водами. Все было вода и тьма, и больше ничего. Затем по повелению Господа явился свет,
И произошло разделение между светом и тьмою, и один получил название дня, а другая ночи. Потом хочет научить нас, что Бог, как тьму разделил, произведший свет, дал тому и другое соответственное название, так и множество вод разделяет повелением своим. Смотри, как сила его неизреченная превышает всякое человеческое понятие. Он только повелевает, и одна стихия приходит, другая удаляется. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. Что значит «да будет твердь»? Это то же, как если бы кто сказал на языке человеческом, «да будет некая стенная ограда, которая бы, находясь посреди, делала собой разделение». И дабы ты понял великую покорность стихии и превосходную силу Создателя, говорит, «и стало так». Только сказал и последовало исполнение. «И создал, говорит Бог, твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». По сотворении, говорит, тверди, Бог повелел одним водам находиться под твердью, а другим над поверхностью тверди. Но спросит кто-либо, что же такое твердь? Отвердевшая вода или сгустившийся воздух или какое-нибудь другое вещество? Никто из благоразумных прямо решать это не станет. Надобно с великою благодарностью принимать слова Писания и, не выступая за пределы нашей природы, не испытывать того, что выше нас, а только знать и держать у себя в уме, что по повелению Господа произошла твердь, которая разделяет воды и одну часть их содержит под собою, а другую выше, лежащую, может носить на своей поверхности. И назвал, говорит Бог, твердь небом. Смотри, как и здесь Божественное Писание употребляет тот же порядок. Как вчера Бог сказал, да будет свет, и когда Он явился, то присовокупил, и отделил Бог свет от тьмы, и потом свет назвал днем. Так и сегодня сказал, да будет твердь посреди воды. Потом, как о свете, так и здесь объяснил нам назначение тверди, да будет, да отделяет она воду от воды. А когда объяснил нам ее назначение, то уже как свету дал наименование, так дает имя и тверди. И назвал Бог, говорит, тверь небом. Это видимое небо. Как же скажешь, некоторые утверждают, что создано много небес. Они учат так не из Божественного Писания, но по собственным соображениям. Блаженный Моисей ничему больше этого не учит нас. Сказав, вначале сотворил Бог небо и землю, потом, показав причину, по которой земля была не видна, то есть покрыта была тьмой и бездной, вот Моисей после сотворения света, соблюдая неизвестный порядок и последовательность, говорит, «И сказал Бог, да будет твердь». Далее, объяснив с точностью назначение этой тверди, сказал, «Да отделяет она воду от воды, эту самую твердь, производящую разделение между водами, он назвал небом». И назвал, говорит Писание, Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо. Смотри, какое в этих словах снисхождение к слабости человеческой. Как о свете он сказал, и увидел Бог свет, что он хорош, так и теперь о небе, то есть о тверди говорит, и увидел Бог, что это хорошо, показывая этим нам неподражаемую красоту ее. Кто может не изумляться и не удивляться тому, что она в течение столь долгого времени сохраняет цветущую красоту? И чем более проходит времени, тем более увеличивается и красота ее. И что может быть прекраснее того, что удостоилось похвалы от самого Создателя? Если мы, смотря на совершенное произведение человека, удивляемся его виду, постановке, красоте, соразмерности, стройности и всему прочему, то кто может достойно восхвалить Божие создание, особенно когда оно удостоилось похвалы от самого Господа? Это сказано из нисхождения к нам. И Бог, ты видишь, о каждом из своих созданий произносит это одобрение и через это предупреждает дерзость тех, которые потом решатся изощрять язык свой против создания Божия и говорить, для чего сотворено то и то. Заранее обуздывая отваживающихся на такие речи, Моисей говорит,
И увидел Бог, что это хорошо. Когда услышал, что Бог увидел и похвалил, то понимаете слова Бога прилично и как следует о Боге. Создатель еще прежде сотворения знал красоту сотворенного. Но так как мы люди, обложенные такой немощью, не в состоянии были узнать это иначе, то он и расположил блаженного пророка употребить эти грубые выражения для научения рода человеческого. Итак, когда ты поднимешь глаза и увидишь красоту, величие и благотворность неба, то устремись отсюда к Создателю, как сказал премудрый. От величия и красоты создания сравнительно познается виновник бытия. Премудрость Соломона, 13 глава, 5 стих. «И из самого создания этих стихий усматривай, какова сила твоего Господа». Действительно, человек с благомыслящей душою, если захочет исследовать каждый из видимых предметов, и что говорю каждый из видимых предметов, если захочет внимательно рассмотреть только собственный состав, то из этого малого увидит неизреченную, непостижимую силу Божию. Если же видимые предметы достаточно показывают величие и могущество Создателя, то как обратишься еще к силам невидимым? Но так как обратишься еще к силам невидимым, и возведешь мысль к воинствам ангелов, архангелов, высших сил, престолов, господ, начал, властей, херувимов, серафимов, какой ум, какое слово будет в состоянии выразить неизреченное его величие? «И назвал, — говорит Моисей, — Бог твердь небом, и увидел Бог, что это хорошо, и был вечер, и было утро, день второй. Дав имя тверди, похвалив сотворенное, положил конец второму дню, и продолжает, и был вечер, и было утро, день второй». Видишь, с какой тщательностью он учит нас, называя окончание света вечером, а конец ночи – утром, а все вместе именуя днем, чтобы мы не думали ошибочно, будто вечер есть конец дня, но знали ясно, что продолжительность того и другого составляет один день. Справедливо поэтому может быть назван вечер окончанием света, а утро, то есть конец ночи, довершением дня. Это и хочет показать Божественное Писание, когда говорит: «И был вечер, и было утро, день второй. Аминь». Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твою суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих. Ибо чужие восстали на меня и сильные ищут души мои, они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиной Твою истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо на благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое. Услышь, Боже, молитву мою, не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они возводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, улетел бы, успокоился бы. Далеко удалился бы, оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, раздели языки их, ибо вижу насилие распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его пагуба. Обман и коварство не сходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мной от него и укрылся бы. Но ты, который был для меня, то же, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы, ходили вместе в Дом Божий. Да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, Господь спасет меня. Вечером, утром и полдень буду молять его пиять, и он услышит голос мой. И избавит мне редушим от восстающих на меня, ибо их много у меня.
Услышит Бог и смирит их от века живущие, потому что нет в них перемены, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, в сердце их вражда, слова их нежнее лея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы, и Он поддержит тебя, никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не сведешь их в ров погибели, и кровожадные, коварные не доживут и до половины дней своих, а я на тебя, Господи, уповаю. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, и перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истины его, не убоишься ужасов ночи и стрелы, летящие днем. Язвы, ходящие во мраке, заразу опустошающие полдень. Падут подле тебя тысячи, 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими, видеть возмездие нечестивые. Ибо ты, сказал Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедят и тебе хранят тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь и льва, и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, услыши его, с ним я скорби. Избавлю его и прославлю его, долготой не насыщу его, явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Да веселятся небесные, да радуется земная, яко сотвори державы мышцу своих Господь, поправ смертью и смерть, первенец мертвых бысть, и чрева адова избави нас, и подади мира в велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Апостоли святые Якови, моли милости у Бога, да прегрешение оставления подаст душам нашим. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение, за премногие грехи наши, ты и же тебе ручегося, моли Богородицы Деву. Много бо может моление матерне, ко благосердию владыки. Не презри грешных мольбы всечистые, яко милости феси спасти могей, и же и страдать я нас изволивый. Скоро да предварят на щедроты твои, Господи, яко в нищаком взяло, помози нам, Боже, спаси наш. Славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приди царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И же из отцы восия в сыне изречено, и жены родися сугуб естеством. И Боже видящее, не отметаемся зрака изображения, но сие благочестно начертающее почитаем верно. И сего ради истину веру церковь держащая, и лобызает икону во человечение Христово. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славимый Христе Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное, любей, грешное, милуяй, и же ся за века спасения обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши в части молитвы, исправи жизнь нашу к заповедям Твоим. Души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти.
и избави нас от всякие скорби, золы, болезни, огради нас святыми твоими ангелы, да ополчениями, соблюдаями, наставляями, достигнем соединения веры и в разуме преступные твоей славы, яко благословенной си во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Божий, Господи, силы все, твори Содителю, и же за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслав и на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победив тем начало и власти тьмы, сам владыка человека любче, прими нас грешные, благодарственные все молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас ищущих видимых и невидимых прах, пригвозди страху твоем плоти нашей, не уклони сердец наши словеса или помышления лукавствия, но любовью твоей уязви души наши да к тебе всегда взирающие, еже тебе светом наставляемые, тебе неприступный и пресносущный гузрящий света, непрестанное тебе исповедание, благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным твоим Сыном и все святым и благим же творящим твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господь, на небесе у готова престол свой, и царствуй во всеми.
обладает. Благословите Господа все ангелы Его, сильной крепостью творящие слово Его, услышите глас словес Его. Благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благослови, душа моя Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благословенеси Господи. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Наследят землю, блажен.
наша много на небесе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Примите, поклонимся и преподнем ко Христу. Спаси нас, Сыне Божий, воскреси из мертвых поющие дни. Аллилуйя! Да веселятся небесная, да радуется земная, яко сотвори державу мечтою своей, Господь, пока смерти смерть, и ныне смертным быть, и чрева Адама избави нас, и породи мира велию милость. И прославленнице Христе Божий наш, светило на земле отцы наши основавы, и теми ко истине верится мы наставивы, много благоутробной слава Тебе. Апостоли святые околе, молили милостивого Бога, да прегрешение оставление, Евангелие чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова. И много народа шло с нею из города. Увидев его, Господь жалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру. Несшие остановились, и он сказал: «Юноша, тебе, говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается, пославшего меня. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж, тому не радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». И в тот час возрадовался духом Иисус и сказал:
Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Евангелие от Иоанна. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякую плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли. И уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю. Не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои. И все мое Твое, и Твое мое. И я прославился в них. Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибели, да сбудется Писание. Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Из поучения Иоанна Златоуста на книгу Бытие. Если выкапывающий золотоносную землю, как увидят, где жилы с частицами золота, не прекращают это занятие до тех пор, пока, поднимая землю и спускаясь в самую глубь, не достанут оттуда большого количества золота, то тем более нам, ищущим не золото, но надеющимся найти несказанное сокровище, нужно каждодневно разыскивать его, чтобы, получив таким образом великое духовное богатство, с ним возвратиться домой. Там чувственное богатство часто подвергает своих владельцев опасностям, а еще прежде опасности доставит им малое удовольствие. Вдруг улетает от них, потому что или нападают обманщики, воры, разбойники, или слуги, сторожа похищают его и убегают. Но здесь ничего такого не может случиться. Это духовное сокровище не может быть похищено. И когда будет положено в кладовых нашего ума, то недоступно для всяких козней, если только мы по своей беспечности не допустим к себе того, кому сильно хочется похитить его у нас. Враг наш, злой дьявол, когда видит собранное духовное богатство, приходит в ярость, скрежещет зубами и неусыпно старается как бы найти удобное время и похитить что-либо из сокрытого внутри нас. А никакое время так неудобно для него, как то, когда мы беспечны. Поэтому мы должны непрестанно бодрствовать и заграждать ему доступ к нам. Если он увидит, что мы бдительны и соблюдаем великую осторожность, и после одного или двух нападений заметит, что напрасно он усиливается, то наконец отступает со стыдом, зная, что не будет ему никакого успеха, потому что мы весьма осторожны. Итак, зная, что мы всю настоящую жизнь должны проводить в войне, будем вооружать себя так, как будто враг стоит перед нами, непрестанно наблюдает, не вздремали ли мы немного и не открыли ему возможности нападения. Не видишь ли, что имеющие много денег, когда ожидают нападения неприятелей, прилагают великую заботу о их сохранении? Иные скрывают их за дверями и запорами и всячески обезопашивают. Другие закапывают даже в землю так, чтобы никто не мог найти их. Таким же образом следует и нам, собрав богатство добродетели, беречь его с великою тщательностью и не выкладывать на глаза всем, но скрывать его в самом надежном хранилище ума и заграждать все входы, пытающимся похитить его,
чтобы, сохранив это богатство в целости, могли бы мы по перемене здешней жизни иметь некоторые запасы на этот путь. Проживающие на чужой стороне, когда хотят возвратиться в свое отечество, задолго стараются из-под воль собрать столько запасов, сколько достало бы им на всю дорогу, чтобы не подвергнуться голоду. Точно так и нам, живущим здесь, как в чужой стороне. Все мы действительно странники и пришельцы. Надобно здесь уже заботиться и заготовлять себе духовные запасы, состоящие в добродетели, чтобы когда Господь повелит нам возвратиться в свое Отечество, мы были готовы и часть этих запасов взяли с собою, а другую отправили наперед. Свойство этих запасов таково, что мы приготовим себе совершением добрых дел, то предупредит нас там, отворит двери дерзновения пред Господом и откроет вход, так что мы войдем совершенно безбоязненно и найдем великое благоволение у судьи. И чтобы знал ты, возлюбленный, что это точно так, подумай только, что подающий щедрую милостыню и здесь живет с добрую совестью, и когда переселится отсюда, находит великую милость у судьи и услышит вместе с прочими эти блаженные слова: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть». Такую же награду получит каждый и за другие добродетели. Так будет за исповедание грехов и за усердные молитвы. Если мы в настоящей жизни успеем омыть грехи исповедью и получить прощение от Господа, то отойдем туда чистыми от грехов и найдем себе великое дерзновение. Но невозможно найти на том свете какое-либо утешение тому, кто в настоящей жизни не омыл грехов, потому что ибо в аде сказано, кто исповесться тебе, ибо в смерти нет повествования о тебе. И справедливо, здешняя жизнь есть время подвигов, трудов и борьбы, а та – время венцов, наград и воздаяний. Будем же подвязаться, пока еще находимся на ристалище, чтобы в то время, когда должно получить венец и награду за труды, быть нам в числе не осуждаемых, а тех, которые с дерзновением получат венец на голову. Это сказал я вашей любви не даром и не напрасно, но потому что желаю каждый день напоминать вам о добрых делах, чтобы, делаясь лучшими и совершенными, и сияя добродетельной жизнью, вы стали безукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными. И светили, как светильники в мире, уча словом жизни в похвалу нам в день Христов, чтобы одним видом своим приносили вы пользу тем, кто бывает с вами, и чтобы вступающие в беседу с вами получали общение в присущем вам духовном благоухании и добродетельной жизни. Сила добродетели такова, что и не делающие я весьма уважают ее и относятся к ней с великою похвалою. Равномерный порок постоянно осуждается даже теми, кто предан ему. Так он для всех ясен и очевиден. Едва ли кто станет, когда хвалится им. Но удивительная вещь, что замышляют на деле выполнить, то часто порочат словами и стараются скрыть от народа. И этим Бог показал свою любовь к роду человеческому, что в каждом из нас поставил нелицеприятное судилище совесть, которое делает строгое различие между добром и злом. А это-то особенно и лишит нас всякого оправдания, что мы впадаем в грехи, и не по неведению, но по беспечности душевной и по нерадению добродетели. Имея это в уме своем ежечасно, будем усердно заботиться о своем спасении, чтобы между тем, как время проходит, мы незаметно не причинили себе величайшего вреда. Аминь. Аминь. Всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Иже от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина, от Бога истина, рожденно не сотворено, единосущно Отцу им же собыша,
нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой Марии, Девы и Вочеловечися, распятого в жезлы при Понтийском Пилате, и страдавшего и погребенного, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие царствие не будет конца. И в Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славим оглаголовшего пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, жаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Помяни, Господи, путешествующего протоиерея Кима, путешествующего Владимира с семьей. Сохрани, Господи, пути, пошли им доброго ангела-хранителя, избави от всякого несчастья, злых и недобрых людей, и возврати их в мире. Помяни, Господи, болящих протоиерея Кима, Игнатия, Андрея, Сергия, Любовь, Зою, Татьяну, Валентину, Анастасию, Надежду, Валентину, Марию, Анну, Раису, Валентину, Анастасию, Тамару, Татьяну, Неонилу, Серафиму, Агафью, младенца Таисию. Помоги им, Господи. Помни, Господи, сродников наших по плоти близких, неверующих, отступивших от Тебя и Тебя не ищущих, Господи. Ты сам знаешь, какими путями. Приведи их к Твоему познанию. Тебе же подобает. Хвала и слава за все. Отец и Святой Дух. Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Будь имя Господне благословено отныне и до века. Благословено всякое время. Вынул хвала и губа устех моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кротцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесем имя Его вкупе. Взыска Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просвети. Ваше не постыдятся, все нищего звонят.
злой Господь услыши, и от всех скорбей его спаси. Ополчится ангел Господень о крест боящихся его, и избавит их. Вкусите, видите, яко благ Господь, блажен муж и же уповает нам. Бойтесь Господа все святи его, яко не слышение боящимся его, богатя обнищавши из алкаша, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господню научу вас. Кто есть человек, хотя и живот, любит, не видите благи. Удержи язык твой от зла, и уснепые же не глаголотельсти. Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и пожени. Очи Господни направедные, и уши его в молитву их. Лице же Господне на творящее злое, и же потребите от земли память их. Воз ваше правение Господь услышай, и от всех скорбей их избави. Близь Господь сокрушенным сердцем, и смиренным духом спасет. Многие скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едино не сокрушится. Смех грешников люто, и ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, преподобных, богоносных, Отец наших, святых, отцов Седьмого Вселенского Собора, святого апостола Иакова Алфеева и всех святых, помилуй нас. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Воскресное богослужение окончено. Следующее богослужение у нас в храме будет в субботу в обычное время в 16 часов. Содержание утренней вечерней молитвы дайте.
Проходите, проходите. Не сделаем. Запаковывай, потом его убрали. Не запирайте вход. Не надо скрыть. Последний. Смотрите, еще один.